Russian Music Radio. Так, это Дима, белая блоха. А это книга его. Кто не понял. Для тех, кто не понял. А это Валера, US Radio. Да, а это Валера, Russian USA Radio. Это кепка. Подожди, а лошадь? Мне же еще надо тогда. Это нет. Самое, что-то что-то искать. Камча сначала надо. А, да? Камча, топча, чапан. А лошадь потом уже. Ну, немножечко это. Неправильно? Нет. Побольше сделать. Ищи домой. А, что-то на уши, да? Это казахский орнамент. Нет, подожди, я же с Америки, да, так что-то типа пока. Это мы Димке сейчас подарим кое-что. Из Лас-Вегаса. Только это. О! Я сюда коньяк налью армянский. Сразу понял, для чего штучка. Да. Так что... И мне как раз хватит до дома доехать. Да. Не, потому что это было при себе всегда. Вот называется. Чуть-чуть раз достал, и вот оно. И тем более лас-вегасская такая. Штуковина. Красивая пляжка. Смотри. А так вот. Всем понимание. Всем привет. Ну, пытаюсь, очень сильно. Сейчас найдем. Молодцы, что собрались. Привет из Сургута, класс. В общем, ребят, есть возможность вам задать вопросы. Мне-то вы всегда зададите. К Жене, к Антону и к Валере. Потому что Антон и Женя пока стримов не ведут, поэтому можете напрямую задавать вопросы. Валера тоже стримы не ведет. Ну да, Андрей, жаль. Один Дмитрий ведет стримы, так понял. Да, стримщик оказался. Так, ну то есть тут можно и писать же все, правильно? Как вот так решили собраться? Но мы давно собирались, просто никак не могли. Потом Валера взял это все в свои руки, и дело пошло. Вона. Я не вижу. Когда Украина прекратит врать? Давайте, кто ответит? Когда будет наша? Ну когда перестанет, ну смотрите... Это точно так же, как ехать на велосипеде или на самокате. Если перестать крутить педали, падает велосипед. Так вот, как только перестанет врать, это государство перестанет существовать. Оно упадет? Оно, правильно, там же их идеолог нынешний Арестович сказал, что государство Украина построено на лжи. Это
самое, что ни на есть государственнообразующая идея. Ложь. Врать, врать, врать. Начиная с истории, с придуманной, и заканчивая всем остальным. Тут однозначно. Идеолог еще тот, я бы сказал. Да. И а как, когда идеолог, она упадет, от России слова придется ее поднимать. Смысле слова, да. Не, ну что, продажная такая. Я, честно говоря, посмотрел его, он то там, то там. Когда-то и за Россию топил, и... Короче, мне кажется, если завтра предложат что-нибудь с Гондураса, он и за Гондурас будет топить. Так. Ну, он же обозвал, что, в принципе, украинцы не очень далеки в своем умственном развитии, и именно это помогает поддерживать тот высокий градус лжи и ненависти. Я всегда говорил, что вот воспитали самых настоящих янычар. Ну да. А как что такие янычары? Да. Сами турки, не очень османы, вернее, да, не очень хотели там в пехоте служить. Для этого из завоеванных земель, в том числе, да, из славянских, привлекали рабов, отбирали мальчиков и воспитывали в идеологии. Вот это самые настоящие янычары нынешние украинцы, получили самые настоящие. Те же Мишки, Васьки, Сережки со славянскими лицами, но с идеологией, с мозгами уже османскими. Ну, в данном случае это не османские мозги, а англосаксонские. Как-то так. Так, давайте почитаю, что тут люди пишут. А не слышно, знаю, кстати, если я говорю? Да, нет, нас, кстати, хорошо слышно, Антон. Антона слышно было? Друзья, напишите. Так, я кашем на руками, Юрий из Москвы, Евгений Вов, Татарин Мишаров, здравствуйте, все друзья. Ну, что это, Татьяна, Андрей Кирпичев, здоровались. Виктор Москва, привет, Витя. В Москву приехать сейчас не получится, к сожалению. Ну да, да, да. Такая ситуация сложилась. Ну, надеюсь, может быть, на презентацию книги попаду. Слышно, так, супер. Круто. Ну, я рад вас, ну, всех видеть. Друзья, давайте так. Сейчас нет времени, невозможности, да? Со всеми персонально поздороваться. Это первое воскресенье августа. Мы вас всех рады видеть. И давайте это, вопросы задавайте, и ребята будут отвечать. Скажи Женьку с праздником поздравить. День железнодорожника. Да, поздравляют уже все. А, да? А, я просто не знал, я сам только поздравил. Вопрос. Всем привет, русские. Дима может рассказать немного обо мне и моей. Вопрос к Жене и Антону. Так вот вопрос. Могу ли я рассчитывать на помощь ваших каналов, помощи людям и добровольцам? Андрей Кирпичкин спрашивает. Ну, а, конечно, можете рассчитывать. Там чем сможем, тем поможем. Да, кое-кому давай, из бойцов выдали старое обмундирование, и там нужны прицелы, все это. Он сам это все покупает. Но у него бывает иногда, надо, чтобы люди там, кто-то помог. Если через ваши каналы сделать обращение, он, ну, туда ездит, рации возит и всякое такое. Но это мы потом обсудим. Это мы обсудим, безусловно, конечно, все вопросы, которые касаются поддержки наших ребят, да, там, неважно, кто они, с ЛДНР, да, или это наши российские войска. Мы вместе делаем одно дело, поэтому на помощь всегда можете рассчитывать. Вот, я то же самое сказал. Что там, а по как вопросикам? Это все мы обсудим, и каждый на своем канале уже решит. Проявляет ли государство к вам интерес? Может, рекламирует? Ну как, меня уже показывали несколько раз на центральных каналах. Вот. Даже товарищ Михалков вставлял свой бесогон, правда, без упоминания автора ролика. Но мне это и не нужно. Вот. Но было интересно, да. А так я и на первом канале уже, и на России-24 уже был. Насчет рекламы трудно сказать, была ли это реклама. По крайней мере, я никому не платил, и мне тоже никто не платил. Женю показывали по первому каналу в передаче «Антифейк». Вот он как раз поговорили с ним, он мне ссылочки скинул, я посмотрел, потом включаю «Бесогон». Смотрю, о, и здесь Женя. Ну вот, к сожалению, да, на «Бесогоне» не упомянули. Это, хоть Жене это не надо, но это не есть хорошо. Ну, я скользом так проскочил у Соловьева тоже. Да, ну как скользом. И то же самое показали там это с девочкой, но не без всяких упоминаний. То есть, что ничего особенного не дало. Да, ну, в плане, что, вот. И больше комментарии были про девочку, а как бы типа, ну, а вот этот ведущий неплохой. И вот. Ну, как бы вот так. Телевидение не совсем справедливо с нами поступает. Мне так кажется. Здесь целенаправленная политика. Ну да. Мы немножко не соответствуем этой политике раньше. Антон, тебе вопрос пришел.
Не хотите ли в своих роликах, когда собеседник сливается, вставлять звук смывающегося туалетного бачка? Уже избито смысл, да. Больше тянет классики. Ребята, вы супер, на всех подписан, Виктор, Москва. Да, тоже читаю. О, Сережа Верин, присяги, блогер, кто не знает. Ну, по-моему, знает. Да, Сергею большой привет. Да. Сереж, я сегодня читал рассказ «Русский казах», как раз где про тебя писал. На своем стриме посмотри, про тебя рассказывал. Антон, прими заявку в ВК, соратник. Хорошо, конечно. Армен Шаганян, Женя, Антон, Валера плюс Дима, плюс супер. Мои любимые блогеры, София Ларина. Спасибо, Дима, просьба, если ребята не против, отправь мне их контакты. Ну, мы потом поговорим. Я понял. Что там еще? Верим, присяг. Я смотрел, пока Дима. Бежит, да. Дима читает. Да, Сереж, вот тебя не хватает. Я тебя в Москве ждал, думал, может, сюда вот сюрприз сделаешь. Тут, конечно, было бы интересно рулетку запустить. Вову из Львова пишет, не хватает, да, здесь. Не, или пленного какого-нибудь. Он был с нами сейчас. Мы ж не настолько кровожадные. Не, мы бы воспитывали его там, объясняли. Понял, допустим? Не понял. Еще раз бы объяснили. Это можно в рулетке включить. Да. Так, Антон, конечно. Там тебе вопросы есть, отвечай. А где находитесь? А где мы находимся? Мы в Питере находимся. В Купчино. Купчино, да. Меня Антон забрал, привез, я сам смотрел, стоял. Международная станция метро. Международная станция метро. Какой-то тут. Так как у нас международная встреча. Да. Так, да, или, кстати, так или иначе. У нас, конечно, казахстанская, американская, санкт-петербургская встреча. Да. Так что. Да. Ну или как я шутил. Тогда просто никого не было еще. Сейчас, да, кстати, зачитаю это. Получилось. Сегодня, ну так получилось. Сегодня на Russian USA радио вскрытие белой блохи покажет, в чем сила брака. Так, сошлось. А про телеграм-канал, ну, наверное, надо сделать. У меня есть, но он такой рабочий, для работы использую. А так, наверное, запущу, сделаю какой-нибудь канал «Вскрытие покажет» на телеграме. У меня есть телеграм, если кому интересно, но я больше там выставляю чисто вот как я двигаюсь по России и какие-нибудь свои личные эмоции, если кому интересно. Ну, также Russian USA Radio на телеграме. Ну, я что хочу сказать, ребят, если кто-то хочет нас повидать, ну, вот здесь сидим, станция метро международная, ну, тоже не имеет смысла, где-то еще часик, наверное, тут посидим и выйдем, нас увидите. Кто хочет, подъезжайте, поздороваемся, поговорим. Сейчас подключится. Я ему скинул ссылку на стрим. Сейчас, наверное, зайдет. Ну, надеюсь. Кто зайдет? Вова Зельвова, возможно, зайдет. Пусть он. Стрим. У него WhatsApp есть? Есть WhatsApp. Пусть он, как бы, я, если бы он мне позвонил по WhatsApp, по видео, я бы его добавил сюда. Добавил? Не могу сказать. Так он слышит, но, наверное. Ну, возможно, нет, может, ты, не слышит. Я думаю, что он. Что он не очень. Ты ему скажи, если он не он против. Он не очень готов, как бы. Если он не может против, быть. Мы обменяемся контактами. Я. Так, Дима Хитрый. Привет Оренбургу. Большой, это тоже блогер. Дима, Антон, Евгений, нашему другу из Америки. Привет. И, друзья, модераторы, такая просьба. На все каналы кидайте ссылку. Чат. И на тех блогеров, которые в чат зашли, тоже на их каналы кидайте ссылки, чтобы все люди могли зайти, почитать и, то есть, пройтись по этим ссылкам. На всех подписан. Привет из Йошкар-Олы. Я уже думал, Горбовский. Не, ну вот то, что касается Йошкар-Олы, да, и вообще Мариэл, я вот рассказывал, и когда мы ходили, да, как раз по... Ты там был? Да, по Пискаревскому кладбищу. Вот у меня с Мариэл, у меня мама в эвакуации в Мариэл родилась, в деревне как раз. И всю жизнь благодарна жителям Марии за оказанное. И бабушка всегда благодарна, то, что они после блокадного Петербурга даже в те голодные времена подъелись. Ну, то есть, да, помощь была, конечно.
творчеством поэта Николая Зиновьева, как он говорит. Меняться. Я очень люблю, ребята, творчество Николая Зиновьева. И человек сказал, я русский, и Бог заплакал вместе с ним. Да, помните, классное стихотворение, я вообще советую всем его прочитать. Дед здесь воевал. Так, ну что, посмотрим. Что у нас там по вопросам? Да, я вот вопросы пытаюсь почитать, но... Мне там уже раз 15 вопрос задали, собираюсь ли я здесь остаться. Собираюсь, но, как оказывается, после долгих лет в Америке тяжело остаться-то в России. Надо восстанавливать кучу документов, кучу всякой такой ерунды, и именно этим я и занимаюсь. Вот, все-таки 30 лет... Все, читаем. Я вернулся. О, уже трое. Вопрос. Если до 22 февраля 2022 года Россия не признавала ЛДНР, как официально это оружие могло там оказаться? Какое оружие? Ну, наверное, российское оружие как могло. Точно так же, как американское оружие могло оказаться на территории Украины. Да? У нас же по образу и подобию созданы организации, которые занимаются, как сейчас, серый импорт. Так, раньше только организации, которые серым импортом оружия занимались. Официально она, конечно, не проводилась, но все оказывалось там. Почему нет? А чего этого стыдиться? Это наша земля, наши люди. Чем можем, всем поможем. Да, и не признавали, потому что были Минские соглашения. Вот и все. Которые формально надо было выполнить. Все же посмотрели, когда выступление Путина было перед началом СВО. Он даже из тех же министров, которые были, я не скрываю свои позиции, он за жабры всех вытащил на белый свет. Всех заставил. Некоторые высказаться. Некоторые пытались увильнуть. Вот точно так же и. Так. Входи. В кадр. Вот. Заблудился. Пишет, Евгений на камеру собрал денег для стримов. Но у меня хорошая камера есть, мне денег не надо собирать. Но стримы пока не планирую вести. Я попробую. Да. Вот. Я тоже пытаюсь, но что-то как-то не получается. Да, у меня дети все отправлены, будет вечером время. Попробую. Да, вот. Спасибо, друзья, за пожелание здоровья. Здоровья не только мне надо пожелать. Ну вот да, с Валерой, да. Товарищ по несчастью немножко. Да перестаньте, здоровье нужно всем. Вы берете себя вдвойне, да. Просто нам чуть больше. Да. Ничего, это самое. Давайте все уже это самое, скажем, до свидания. Вы нас не забывайте, мы, как говорится, с вами, будьте с нами. И пока-пока. Вопрос один. Это сейчас ребята все отвечат. Ребята вас на улице узнают? 3 дня назад охранник в метро, я не ошибся, говорит, можно с вами сфотографироваться. Узнают. Да, иногда, Лев. Узнают, и да, вот последнее время все чаще и чаще. Вот Антона, я знаю, узнают. Да. Спасибо меня большое впечатлило. Моим соседям, спасибо. За Среднеохтинского, если сейчас смотрят, спасибо большое. Некоторые потом пишут, как говорится, там, в комментариях, что типа вот хотел подойти или хотела подойти, ну вот что-то постеснялся. Не стесняйтесь, не подходите. Не надо стесняться, подходите, да, мы открыты для общения. Да, первый человек, который меня узнал в торговом комплексе, когда у меня было 3000 подписчиков. Вот, это было тогда настолько удивительно, что... А когда их стало 370 тысяч, вот, чему уже удивляться? Ребят, ну вы пишите в комментариях, и Евгений их читает, вам ответит. Только я стараюсь читать только под свежими роликами, но пишите, не подставим. Но это очень сложно. Да, иногда тяжело. Но стараюсь. Меня тоже здесь в Питере узнавали. Дома-то меня давно знают. Ну, так что обратная связь нужна, ребят, обязательно. 31 – это Белгород.
Спасибо, мальчики, смотрим, любим. Друзья, спасибо большое. Торговый центр закрывается. Да, нам надо уже, нас активно уже выгоняют. Поэтому всем еще раз пока-пока. Всем пока. Всем пока.